У нас прекрасный день, вернее, дни, да, продолжаются. Крутые такие деньки. Несмотря на то, что балочки летают, причем спариваются на лету. Вот. Середина сентября, что? Выше 20. Ну, утром было, конечно, 12, но зато хорошо, свежо. Так что вот, приехал я в парк «Миллениум», чтобы отчасти протестировать микрофончики новые, вот, с длинным шнуром. Значит, показываю, шнур неприлично длинный. Если без них, то на берегу очень сильный ветер, и тогда, значит, дует и задувает. Микрофон, который в камере, он такой, в общем, будет все шуршать, как бы я сказал. А тут губка. Губка Боб квадратные штаны, вот, и поэтому звук должен получиться хорошим, на длинный. Так, ну что, значит, покажу я вам, что тут творится, значит, в этом прекрасном уголке нашего благословенного города Дарваля. Это парк «Миллениум». Вот, а тут, значит, у нас что? Тут у нас речка, она втекает в большую реку Святого Лаврентия и течет мимо нашего дома. В какой-то момент она уходит под трубу, и ее вообще как бы нет, метров, наверное, 500. Но я не считал сколько. Вот сюда, значит, в нее заходит рыба и доходит практически опять же до нашего дома. Значит, народ имеет собственность, она стоит, конечно, за миллионы какие-то уже, вот, потому что в таком месте больше домов нет, но вот тот, но это уже не наши проблемы и не наш интерес. Наш интерес, скорее, природа, что еще? Ну, бомжи тут, они любят вот этот парк, но их тут мало по сравнению с другими местами, на которые мы, естественно, тоже пойдем сходим. Вот. Народ тут любит это место гулять. Вот мой велосипед. Вот тут народ гуляет с собакевичами. А там вот где собакевичи. Ну-ка, наедем и покажем. Да. Все отразит, не волнуйтесь. Вот собакевич кидает полный рост, выгуливает своего хозяина. Это я еду, соответственно, без микрофона. Вот, мой велосипед, он ходит повсюду. Он столько у него толстые шины, ну не совсем уж толстые, но все-таки очень достаточно толстые, чтобы ездить по не просто по асфальту, а где ему захочется. Вот тут я еду и снимаю. Народ понимает, что его снимают, но это и к лучшему, потому что иначе возбух бы. Вот я выехал на дорожку. Вот. Потом вдруг звук внезапно прекратился, видимо, я выключил микрофон, и поэтому начитываю сейчас дома дорожку, но это не страшно, можно прибавить будет музычку, так что дальше, в общем-то, все понятно, что я делал и где был, чего там вершил.